Рад приветствовать вас, прекрасные дамы. Привет, мужики! Сегодня я с радостью хочу рассказать вам об уникальном инструменте, который появился в арсенале нашей компании. Это фрезерная насадка для шлифовального оборудования Lagri Flip. Как правило, она используется для удаления старых ковровых покрытий, пробковых напольных покрытий, а также следов клея на дереве и либо фанерном основании. Но основное ее назначение – это удаление большого количества слоев краски на деревянных напольных покрытиях. Постсоветское пространство оставило нам наследство огромный квартирный фонд с прекрасными деревянными полами, покрытыми сверху старой советской краской. Часто и профессиональные паркетчики, и собственники этих помещений сталкиваются с такой проблемой, как же снять эту краску и привести полы к современному презентабельному виду. Чаще всего для решения этой задачи используется в том числе и ручной труд, то есть вы берете фен, разогреваете им краску и при помощи обычного шпателя счищаете, поддевая краску от деревянного покрытия. Как вы понимаете, данный способ занимает огромное количество времени и ваших усилий. Следующий способ, который часто пытаются применять наши клиенты, это различные смывки. Мы берем химический реагент, который наносим на краску, тем самым разжижая ее, после чего смываем ее или счищаем каким-то тканным материалом. Данный способ хорош, но он по-разному воздействует на разные виды краски, и вы не гарантированы хорошим результатом. Более того, существует вероятность повредить дерево, которое мы бы хотели привести к хорошему виду. Следующий метод, который чаще всего используется, в том числе и в нашей компании, это решение вопроса при помощи абразивных материалов. Подобные ленты мы одеваем на специальную технику и счищаем верхний слой краски. Это очень трудоемко и затратно по деньгам, так как абразив очень быстро забивается плавящейся краской, в связи с чем приходится его очень часто менять. Следовательно, огромные денежные затраты. Но сегодня я презентую вам данную фрезерную насадку. Наконец-то компания Lagler, лидер мировой по производству техники для обработки деревянных напольных покрытий, выпустила такой замечательный инструмент. Как вы видите, здесь существует 8 лезвий полидиамантовых, которые быстро и без особенных затрат на расходные материалы помогут нам снять верхний слой. После чего абразивами мы уже приведем его к достойному виду и последующему покрытию масла, лака или тем, чем вы хотите. Мне прямо-таки не терпится провести тестовые испытания этого оборудования. Сейчас мы установим данную фрезеровальную насадку на наш прибор Lagler Flip и попробуем, как она работает на тестовом образце. Я заранее подготовил доску, которая имитирует деревянный пол из сосновых досок, покрытый 5 слоями очень прочной, износостойкой, качественной краски. Ну что ж, вот и прошел тест данного прибора. Что я могу сказать? Отличный результат. Ведь мне удалось очень быстро снять хорошую, качественную, износостойкую краску. При использовании абразивного материала это заняло бы на порядок больше времени, и при этом мы потратили дополнительные деньги на шкурку, ведь она быстро забивается, в отличие от данной фрезерной насадки. Для чистоты эксперимента я решил удалить оставшуюся краску при помощи абразивных материалов. Для этого мы воспользуемся качественными абразивными дисками производства компании Klingspor. Это карбид кремния, фракция R36. Давайте же посмотрим, что из этого выйдет.
Что можно сказать по поводу сравнения абразивных наждачных материалов и фрезеровальной насадки? Фрезеровальная насадка работает намного быстрее. По сути, при равной площади поверхности я потратил более чем в 3 раза больше времени на работу абразивными материалами. При этом качество поверхности, конечно, у них лучше, но для быстрых результатов работы с минимальными затратами по финансовым показателям я бы рекомендовал сначала обработать поверхность при помощи фрезеровальной насадки, содрав большую часть краски, а далее выровнять ее и убрать остатки при помощи абразивных материалов. Большое вам спасибо, что досмотрели данное видео до конца. Если у вас появились дополнительные вопросы по поводу использования данного прибора, либо вы хотите взять фрезеровальную насадку Lagler Flip в аренду или приобрести в собственность, обязательно обращайтесь к нам по телефонам и другим контактам, которые вы найдете в описании к данному видео. С вами был Роман, управляющий компанией DePol. Всего вам самого наилучшего!